32 представителя пограничной службы Беларуси получили свое первое офицерское звание и погоны. Для многих из них это цель, которой они стремились долгое время. И вот, пройдя все испытания, продемонстрировав свой многолетний опыт и профессионализм, они получили заслуженное звание. Вместе со звездочками на погонах на плечи сегодняшних офицеров легли и новые обязанности. Каждый из них начинал с контролера третьей категории, постепенно дошел до контролера первой категории. Участвовал в различных конкурсах на звание лучшего контролера, лучшего специалиста пограничного контроля. Неоднократно побеждал в этих конкурсах. Имеют награды председателя Государственного пограничного комитета. На своем счету имеют задержание нарушителей государственной границы. В порядке аттестации они были выдвинуты на высшую должность, офицерскую должность старшего контролера. 3 месяца 32 сотрудника пунктов пропуска из разных уголков Беларуси проходили обучение в Брестском центре подготовки специалистов пограничного контроля, чтобы добросовестно защищать границы своей родины. Торжественный ритуал выпуска слушателей курса подготовки младших офицеров состоялся на территории мемориального комплекса. Для каждого это место символично. Ведь Брестская крепость – священное место для всех белорусов. Любому человеку важно получить кто звезду, кто награду, я имею в виду звезду на погоны, кто государственную награду в стенах Брестской крепости, это действительно важно. Уверен, что каждый из них где-то мысленно вспомнил, а что здесь происходило в те страшные годы Великой Отечественной войны в июне 41 года. Где-то мысленно, наверное, сказал спасибо тем, кто защищал нашу землю. Среди тех, кому было присвоено первое офицерское звание, брещанка Ольга Жук. Девушка признается, что на протяжении 6,5 лет упорно шла к заветной цели. Мне очень нравится моя служба, поэтому я к этому иду уже не один год. С удовольствием прошла курсы и теперь счастлива. В моей семье я одна пограничница. Надеюсь, что мои дети в будущем продолжат мою династию. Уже завтра представители пограничной службы в новом статусе приступят к своим должностным обязанностям. Каждый из них будет с гордостью нести звание офицера пограничной службы Республики Беларусь. Ирина Кузьмич, Павел Малошонок, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.